наступает суббота, мои дорогие. А сегодня мы с вами будем готовить завтрак. Яичницу с грибами. А что нам для этого понадобится? Яйца, шампиньоны и лук. 190 грамм шампиньонов. Шампиньоны предварительно помыли. Нарезать будем шампиньоны небольшими кусочками. Лук нарезаем мелкими кусочками. Чуть-чуть помельче, чем мы нарезали с вами грибы. В сковородку наливаем масло. Выкладываем сразу все в сковородку. И тоже лук отправляется грибочком. Обжариваем лук с грибочком минут 10-15. Грибы немного решил подсолить оператор. Сковородку крышкой не накрываем, иначе у вас грибочки сварятся, а не поджарятся. А нам нужны жареные грибочки. Пока грибы наши с вами жарятся, мы в это время разобьем яйца. Яйца будем взбивать вилочкой, солим и перчим по вкусу. Грибочки наши уже поджарились. Теперь выливаем наши яйца грибочком, быстренько перемешиваем и накрываем крышкой еще минутки на две. Вот такая яичница у нас с вами получилась. Разложили ее по тарелочкам, одну мне, одну оператору. Наливаем свежезаваренный чай. И все правильно, мои дорогие. Теперь остается только дегустировать. Какой вкусный завтрак мы с вами приготовили. А что скажет у нас оператор? Она уже съела свой кусок. Да, быстрый у нас оператор. Ну что, проживала, Светочка? Что надо сказать? Приятного аппетита и отличных выходных.